Привет! Сегодня сниму краткое видео про оксиды. Был такой вопрос от подписчиков. Поскольку мои видео ранее, они падают вниз и, возможно, вам сложно найти. Если сложно, ищите по плейлистам. Итак, оксиды делятся на три основные группы: кислотные, основные, амфотерные. Есть еще не солеобразующие оксиды, но про них у меня есть одно небольшое видео. Итак, кислотные оксиды – это оксиды неметаллов. Их еще называют ангидридами кислот. Почему? Потому что им соответствуют определенные кислоты. Например, оксиду SO3 соответствует серная кислота H2SO4. Ангидриды кислот вступают в реакцию с водой и образуют соответствующие кислоты. Вот SO3 плюс H2O будет H2SO4. Например, P2O5 – это ангидрид ортофосфорной или фосфорной кислоты. С водой дает H3PO4. CO2 – оксид кремния. Ему соответствует кремниевая кислота H2SiO3. Но запомните, я вот тут даже подчеркнула, CO2 с водой не реагирует. Обратите, фиксирую на этом ваше внимание. Основные оксиды – это оксиды металлов. Но не все оксиды металлов являются основными. Основным оксидам соответствуют определенные основания. Так, например, основные оксиды щелочноземельных и щелочных металлов с водой образуют основания. Вот, например, кальций О плюс H2O дает нам гидроксид кальция. Кальций OH дважды. Амфотерные оксиды – это оксиды металлов, и они так называются. Амфотерность – это как бы двойственность. Амфотерные оксиды вступают в реакцию и с кислотами, и с щелочами. То есть они растворяются и в кислотах, и в щелочах. Например, возьмем оксид цинка. Цинк О – это амфотерный оксид с кислотой. Что же он нам даст? Даст соль, цинк-хлор-2 и воду. Ну вот они такие особенные, эти амфотерные оксиды, что он может раствориться и в щелочи и даст нам цинкат натрия, натрий-2, цинк-О2, второй продукт H2O. Вот эту реакцию нужно запомнить. Есть такие моменты, которые мы должны запоминать. Это краткое видео. У меня есть уже подобное. Поищите в самом поиске канала. На моем канале поищите там про оксиды. Просто был такой вопрос, я решила еще и залить на YouTube. Всем спасибо. Если нравится, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Вот Мишка вас с Новым годом поздравляет. Смотрите, какой. Опс, такие же. Пишите свои вопросы в комментариях. Буду снимать и дальше для вас видео.